Прошло 23 года, 4 месяца, 8 дней. Фильм настолько тупой, что один час его просмотра равен 31 году жизни. А как же все? Сообщения не отправляются. Но, наверное, приходят. Надо проверить почту! Сообщение от Александра Невского. Давай с самого начала. Сообщение номер 1. Привет, Евген. Да, я банил твои обзоры. Зачем-то. Но это... Не обижайся. У меня тут фильм вышел. Разборка в Маниле. Надеюсь, ты заценишь. Сообщение номер 2. Почему ты молчишь? Я уже и Геракла выпустил. В 3D. Я Геракла играю. Прям как Шварц. Сделай обзор, как в старые добрые времена. Фильм, ну, мега тупорылый получился. Вот так вот. Такой идиотский. Я там, как обычно, свожу губы для крутости. Ну, как ты и говорил. Я жду обзор, бро. Сообщение номер 3. Прости, что пропал. Но после того, что случилось с моей популярностью, когда ты перестал делать обзоры, и после того, что случилось с моей формой, всегда... Ты не услышишь эти сообщения, они просто улетают куда-то, в темноту. Галустян говорит, что я должен отпустить тебя. И ты знаешь, я отпускаю. Я не знаю, где ты бы, я надеюсь, ты обрел хорошее кино.